Ну, 4 шайбы за 4 минуты в первом периоде – это ключевой и самый важный момент этого матча. Ну да, определяющий. Чуть-чуть потеряли игру, чуть-чуть вышли, может быть, не готовы. Вот. И это, в принципе, определило весь итог матча. И вот, ну, вышло из-под контроля, так сказать. Не было ли у вас идеи взять тайм-аут помимо замены вратаря? Ну, в принципе, вратаря поменяли, тайм-аут, ну, можно было взять, в принципе, но, ну, решил не брать, я думаю, что должны были ребята собраться, но не получилось. Что вы говорили команде, может быть, вот перед третьим периодом, может, какие-то положительные моменты, потому что период-то выиграли по счету? Ну, не смотреть на счет, и в любом случае надо было забить хотя бы одну-две, вот, получилось 3 забить, как бы, это уже хорошо, положительно, потому что третий период вышли, не опустили руки и играли до конца. Спасибо огромное, удачи дальше в следующих матчах.